Нигде в правилах не сказано, как нужно нумеровать авансовые и корректировочные счета фактур. Можно ли к ним добавлять буквы, например, А или К? В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса, в счет-фактуре должен быть указан ее порядковый номер. Поэтому при выставлении авансовых и корректировочных счетов фактур налогоплательщику следует присваивать им следующий по порядку номер. Вместе с тем добавление к порядковому номеру счета фактуры буквенного обозначения А в случае авансовых платежей, либо К в случае корректировочных счетов фактур не может повлечь отказ в вычете сумм налога.